Краснодарцев приглашают на променад-спектакль «Голоса города». Для блогеров и журналистов прошел премьерный показ. Зрители гуляют по улицам в наушниках, причем у каждого индивидуальный маршрут и история, которая обыгрывает географию города. Идея спектакля в том, чтобы перенести театральное действие на улицы, сделать дворы и здания декорациями, а актерами – прохожих. Несколько лет назад интерактивные постановки пришли из Европы в Москву и Санкт-Петербург, а этим летом свой голос услышал Ростов-на-Дону. В Краснодаре коммерческие показы стартуют со 2 сентября.